бачите, що відбувається на фронті. В тому боці у нас Рубіжне, тут Сєвєродонецьк. Ми бачимо, що все місто перебуває в диму, тобто місто обстрілюється зі всіх боків. Русські намагаються атакувати Сєвєродонецьк. Ми намагалися додзвонитися до військових для того, щоб приїхати, побачити зсередини це місто. На жаль, з ними нема зв'язку. Добрий день. Добрий день. Можна з вами поспілкуватись? Можна, проходіть мимо. А чому? Ми бачимо. Кого нас? Пресу. А, ідіть далі, а то ви таке щось на вас мати. Що з водою у вас? А от іду на Байкал, зять ж йду. Байкал – це? А за старим Жеком, за автоматом старим. В озеро прям? В озеро, з труби. Там стікає, трагічок. І тут на огні готуєте, да? О, ось газа ж. А світа? Не світа, світа газу. Давно, давно не, да, у вас? Вода з 21 апреля, світ з 8-го, а газ у другий день. Дивіться, яка красуня! А ви кажете, в нас їсти нічого, да? Та не бійся, підеш в камеру. Оце коли прибереться? Жара починається. Ага. Не вивозять мусор, да? Будуть і криси, ой, а під дворами що робиш? Антисанітарія. Значить, ковід був, капець, а це що, це не ковід? Це тут і туберкульоз, і паводки. Надовго. Ви самі не знаєте. І нам нічого не кажуть. А ви ждете? Думаєте переждати? Думаю. Надіжда вмирає последній. Да. Ну так. Це так завжди у вас гупає? Це, о, ще не так. А втікаємо, ну, двері не поміщаємося. От таке. Рядом прилітає, так? Да? Рядом. Вчора вийшла туди на прилу, ну як свиснуло, тікати. Уходу, у подвал. Пойдемте. Покажите. Хотите показать? Покажите подвал, если можно. Пошлите. Господи, пошлите, покажите. Только что вы не покажете. Покажем, покажем, чего не покажем. Что значит не покажем? А что, Россия вас покажет? Нас никто не покажет. Вот у нас прямо. Ага, ага. Тут вот мы сделали себе ребенком, как бы, чтобы потеплее спалось, а? Потому что сильно холодно. А ну покажите. Вот, вот смотрите, мы одеяло повыносили, чтобы повысыхало все. Ой-ой-ой. Вот. Вот там он у нас канализация бежит, а там он у нас крыса живет. Мы позаделывали все дырки. Что смеешься? Уже крысу назвала якось? А крыса не бачила. И все. Камера. Ходят к нам ночевать. И вот здесь вот в уголочке тоже мы построили. Кровать. Ходят соседи, да, ночуют. Все, больше тут нету нигде ничего. Как тебя зовут? Максим. Как, да. А, как тебя звать? Как тебя зовут? Скажи, Макс. Мася тебя зовут, да? Мася. Мася дядю гладить. Кого? Игрушка, да. Как бы вот так вот мы и живем. Мало места, ну ничего. На ночь тут, да, чи коли гупає сильно? Когда начинает свистеть очень сильно, мы идем сюда и ночью. Потому что ночью дома ночевать опасно, как бы это говорится. Начинает сильно бахали, я попросилась в подвал. Где ты уже привыкла, да? Да. Капец, рожица, это Макс. Вот у нас. Кто рисует, кто? Даша, да? Да, вот на стенах мы рисуем, там у нас единорожки. А ну, посветить сейчас туда чуть-чуть. А вот так вот. Вот здесь мышка есть. Вот. Ничего себе.
Намалевано? Да. А ну. И сзади. А ну покажи. Вот, рисуют дети наши. Ты рисовала? Ну, я с моей подругой рисую. Мы еще не дорисовали. Потому что, может, краски закончатся. Это кто, мышка? Да. Томми Джеррис, мышка. А вы не хочете, да, с детками выехать куда-то? Вы понимаете, как бы у меня вот сколько знакомых приезжало. Ну и толк. Ну, многие, получается, назад сюда приехали, потому что там, как говорили, то заплатят по 2200. До сих пор нету ничего, ну а я вот поеду я с ребенком, что я буду делать? Ну и тоже, понимаете, я боюсь мародерства. Я понимаю, что квартира и все полностью, но я надеюсь, наши мальчики защищат нас и будет все доброе. Макс, не надо. Скоро это все закончится. А взагалі, звідки ви берете інформацію, де що відбувається? Ні, откуда ви? Ми зараз, виходить, не помню, який 8-й день, ми нічого не знаємо. Где ж блока? Все, ну а как мы узнаем, связи нету, света нету, газа нету, ничего нет. И то, что происходит, мы тоже не знаем. И тоже куда ехать, как мы узнаем, есть эвакуация или нету. Тоже ходить туда очень далеко. Вот так, и живем возле подъезда. Можете рассказать, а чому ви не виїжджаєте? Куда? Я за що? Тут же пропонують евакуюватися. Куда? Я не знаю, куди. Я ж запитую. І ми не знаємо, куди. Чого я должна з рідної землі, з рідної хати кудись їхати? Чого? Ребята, 3 місяці без пенсії. І гривні не отримали. Куда їхати? Зачем їхати? Вода, которая тоже заканчивается, потому что в связи с отсутствием электричества в городе. Та вода, которая откачивалась подземные грунтовные воды с шахт на поверхность, она уже заканчивается, потому что света нет и шахты не откачиваются. Вот и поэтому сейчас еще там, ну может быть, я не знаю, сколько дней мы еще доберем и возить больше, заправляться больше негде. Поэтому вот это единственное, что будет гум-катастрофа с даже с технической водой. Еще пару-тройку дней. Ну, конечно, спасибо. Конечно, МЧСу спасибо, что не забывает за людей. А вы даже уже не трогаете, да? Типа бахаете. А что уже 3-4 месяц? Куда? Шутите? Бахай. Ну что теперь? Ну бьет и бьет. Ну, я надеюсь, что буду жить. Ну, так все равно вот пресса, вот журналисты расскажут, что как люди бедствуют. Ну что, а что если не уехали, Гайдай говорит, вы это русскими живете, а если у меня дом здесь, я выросла, а дети здесь, все на свете, как можно бросить это все? Жизнь прекрасна. Прекрасна, вот. Ой, блин. Еще улыбаемся, а что делать? Ничего не сделаешь. Внукам не вижу, детей не вижу. И все. Темнота. Давай друг бутылочку. Вы хоть там скажите, что пусть свет дадут, газ дадут.